Добрый день, 15 часов в Москве, я на центральном пляже в Лазаревском. Первый день лета, ура! Как вам нравятся вот такие загорающие в одежде под грибками? Хотя температура воздуха плюс 23 градуса. Море плюс 18. Заметно прибавилось людей на пляже. С утра было пасмурно. Как-то вообще так похоже на дождь. Но, к счастью, сейчас солнце, и, конечно, надо его успеть поймать. Что-то тут устанавливают такое интересное прямо перед нами. Сейчас посмотрим. Загорать, чтобы можно было, вернее, прятаться от солнышка. Качалочки такие. Одновременно сразу в нескольких местах ставят. А здесь уже ловят солнце загоревшие наши гости. Хорошего дня, друзья, и отличного летнего настроения.